Волгоградскому отделению партии «Воля», усомнившемуся, а Путин ли это, не дали провести санкционированный 2 неделями ранее митинг. В минувшую субботу, 21 апреля в 2 часа дня, на Волгоградской площади Ленина развернулся внеплановый субботник. Тракторы мели асфальт и брусчатку, рабочие красили, проверяли провода, убирали в местах посадки растений, а клумбы вокруг памятника Ленина уливала поливальная машина. Сама площадь была оцеплена предупреждающей красно-белой лентой, для надежности по периметру стояли сотрудники полиции и казаки. Как стало ясно из разговора организаторов митинга с представителями администрации города, решение о субботнике принималось за 2 дня до запланированной даты. По словам чиновника, в устной форме постановление администрации было донесено до организаторов митинга. Дать ВДТВ авторизованный комментарий представиться сотрудник мэрии отказался. Митинг у нас 2 недели назад был санкционирован под администрацией, но на данный момент, как видите, происходят работы, как нам объяснил из администрации Ярослав, что данные работы идут как форс-мажорный субботник у них. Как можно отменить митинг за 2 дня? То есть мы даже не знали о том, что людям говорили, что наш митинг переносится на площадь Металлурга. Мы, люди, которые организуем этот митинг, мы даже не знаем и не в курсе, куда перемещают людей. Активисты «Воли», несмотря на шум от работающей техники и оцепленную площадь, все же развернули плакаты с лозунгами на аллее справа от памятника Ленину со стороны улицы 13-й Гвардейской. Митингующие подвергли сомнению реальность личности избранного президента РФ Владимира Путина. Митинг партии «Воли», общественное движение «Дружина» и «За справедливость». Тема нашего митинга – это нарушение наших избирательных прав. В чем смысл? Мы считаем, что выборы Путина прошли незаконно, с нарушением вообще наших избирательных прав, с нарушением 3 статьи Конституции о том, что у нас народ является единственным источником власти, да, и нарушением 31 статьи Конституции о том, что каждый человек может избираться и быть избранным. И мы считаем, что вообще тот человек, который выдает себя сейчас за Путина, это на самом ли деле Путин или нет. То есть у нас есть много доказательств, и результатом сегодняшнего митинга мы должны собирать подписи под письмо в прокуратуру Москвы, где мы хотим, как сказать, чтобы провели проверку и расследование действительно истинности того человека, который выдает себя за Путина. Акции «Воли», подобные волгоградской, прошли в субботу по всей стране.